В этом году Казахстан накрыло звездным цунами. Вездесущие селебы успели не только отплясать на премии Муз-ТВ «Гравитация», но и зажгли под открытым небом для всех, кто не попал в арену Астану. Сдержал напор поклонников и выжил после премии Костя Тарасюк. В 2017 году Астана станет крупнейшей мировой культурной площадкой. 93 дня международной выставки, 3000 мероприятий на стыке науки и искусства в самом центре Евразии. Астана-экспо-2017. Генеральный партнер премии Муз-ТВ. Чтобы, так сказать, подготовить казахстанскую публику к самому грандиозному музыкальному шоу, Муз-ТВ организовывает невероятный по своим масштабам Open Air. Прямо возле Астана-арены, где и проходит премия Муз-ТВ-2015 «Гравитация». Музыка объединяет народы, она объединяет континенты, поэтому мы здесь. Я люблю Казахстан, Казахстан безумно любит меня. Я скоро еще выйду на сцену, у нас вот такая взаимная огромная любовь, огромная. Мне очень нравится Казахстан, я очень много раз здесь был, еще много раз здесь буду. Сил откуда-то взялись, несмотря на 2 часа сна. Все в гостеприимстве, все в энергетике, все в людях на самом деле. У одних едва хватает сил на выступление, а у других на перекусить. Успел уже покушать козы, пишпармак. Я уже поправился на 2 килограмма за 4 часа. Гостеприимная Астана встречает каждого артиста овациями и подпевает абсолютно каждой песне. Особенно фанатская любовь активизируется, когда на сцену выходит группа M-Band. Тут же девчонки как с цепи срываются и пытаются всеми способами прорвать ограждение. И как парни из группы еще не переживают за свое здоровье. Мы, собственно, для этого в качалку ходим, чтобы хоть как-то... Смотрите, по Никите же видно, что пацан именно в качалку. Ко мне просто меньше всего девочек подходит, поэтому у меня руки меньше всего накачаны. Да уж, десятки тысяч людей собираются возле сцены Open Air. Супер, отлично, вообще, без слов. Конечно, классно. Мы видим всех звезд, которых давно очень хотели увидеть. Я думаю, это правильно в Астане. Астана — это молодой город, как бы. Кстати, как говорят местные жители, за день до начала премии билеты на нее не достать. Все давно раскуплено. Это где-то, полмесяца назад. Да. То есть все раскуплено? Да. Только сегодня купила билеты. С огромной переплатой, но я сказала, что я буду на премию Муз-ТВ. О как! Вот это рвение, вот это любовь к Муз-ТВ. Я очень рада, что вы приехали к нам в Астану. Астана — крутой город. Да. Премия Муз-ТВ супер! Еще лучше. Можно я вас обниму? Какая милота. Премия Муз-ТВ впервые прошла за пределами России в столице Казахстана – Астане. В этом же городе в 2017 году пройдет международная выставка «Экспо». 3 месяца продлится выставка, 3000 шоу ожидает посетителей. Культурная программа предполагает премьерные проекты мирового масштаба. Константин Тарасюк, про новости.